При прикосновении кисти к холсту лицо его принимало выражение покоя. Это значило, что цвет запел, и эта музыка ведет его кисть легко и свободно. Сам он рассказывал, что слышит общее оркестровое звучание всех цветов в картине, различает звучание каждого инструмента цвета в отдельности, а себя видит композитором и дирижером этого созвучия. «Сходство – это верный цвет на верном месте», – говорил художник. 125 лет назад родился Роберт Фальк. Ученик Коровина и Серова, он был активным участником объединений «Мир искусства» и «Бубновый валет». После революции преподавал во Вхутемасе, долгое время жил во Франции. Вернулся на родину в конце 30-х. Был обвинен в формализме и лишен возможности преподавать и участвовать в выставках. Жил тем, что оформлял спектакли и давал частные уроки в мастерской. Умер в Москве в возрасте 70 лет. Одна из учениц Фалька писала: «Удивительной была его жизнь, без суеты, без зависти, без позы. Истинная жизнь художника».